Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами немножко поговорим о Diablo 3. И вот буквально недавно компания Blizzard устроила огромный банвейв. И если кому-то из вас очень важно, какое место вы в ладдере занимаете по окончанию сезона, можете ладдерную табличку на всякий случай проверить, если вы какое-то время в Diablo 3 не заходили. Потому что, как отмечает один из моих зрителей, он с 60-го места прыгнул на 32-е. Безусловно, я думаю, немаленькое количество игроков было забанено и после него. Но сам факт, эти баны очень хорошо можно лицезреть, если вы посмотрите ладдерную таблицу, которая состоит из 4 игроков. Там только одни пробелы. Да, многие пробелы могут появиться, потому что некоторые игроки закрывали потом лучшие места с другой группой. Но если эти группы посмотреть, точнее эти никнеймы, то впереди их уже не обнаружишь. Потому что, да, они получили бан. За что? Ну, я думаю, понятно, скорее всего, они ботоводили. Эту тему мы развивать не будем, тут, я думаю, всем все и так прекрасно понятно. И, честно говоря, этому бану я довольно-таки рад. Нет, сейчас, конечно же, я не злорадствую. Это лишь, дорогие друзья, обозначает, что вот-вот компания Blizzard уже готова завершить текущий 23-й сезон. И я думаю, мы вложимся в регламент, которого раньше компания Blizzard старалась поддерживать, а именно 3 месяца на сезон. И вполне может так получиться, что в первых числах июля ПТР закончится, 4 июля завершится 23-й сезон, но, как следствие, 9 июля сезон 24 можно будет начинать. Это всего лишь мое предположение. Но как будет, так будет. Ну вот такие новости, дорогие друзья, у меня имеются для вас на сегодня. Как всегда, все ваши мысли, пожелания, предложения оставляйте в комментариях под видео. А я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, не болейте, ну и желаю удачи, сезонного похода. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте, я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!